Всех приветствую на моем канале Джебикс, а перед началом данного ролика хотел бы рассказать о ребятах из канала Энбери. Ребята занимаются строительством, рассказывают на своем канале о фундаментах, проводят разные интересные эксперименты. У них на канале уже очень много видео, как вы можете видеть уже перед собой. Делают различные обзоры на технику и технологию. Так что переходите, кому данный контент интересен, и подписывайтесь на канал. Также оценивайте их ролики и пишите комментарии. Как вы можете видеть, на канале действительно много уже разных видеороликов, которые могут вас заинтересовать. Переходите, ссылочка будет в описании, может для вас что-то будет полезно, ведь действительно на канале всего интересного много и полезного. Ссылка в описании, подписывайтесь на канал, погнали к просмотру. Ребят, всех приветствую на моем канале Джебик. Сегодня я хотел показать, как подключать правильно камеру заднего вида. Специально с магнитофона, с автомагнитолы взял две вот такие фишки. Одну использованную, которая была у меня на старой магнитоле, одну новую. И сейчас я вам более подробно покажу и расскажу, как же правильно подключить камеру заднего вида, какие они бывают. В принципе, суть одна и та же. Все камеры заднего вида подключаются абсолютно одинаково. И чтобы не допустили вы ошибки, потому что лично я при подключении уже допустил и не знал, как это сделать. Но теперь я подключил все-таки камеру. Кого интересует этот обзорчик, в описании будет ссылка, можете перейти посмотреть, как у меня все это дело получилось. В общем, камеры идут, как правило, вот в таких коробочках или не в таких, но все камеры, они одинаковы абсолютно. То есть я имею в виду подключение. То есть бывают они вот такие вот квадратные камеры с LED-диодами, бывают круглые, бывают врезные, бывают там навесные, разные абсолютно бывают камеры. Но это сути не меняют, и подключаются они абсолютно одинаково. В комплекте с каждой камерой идут вот такие кабеля. Это кабель на питание данной камеры. Вот это кабель на то же самое, чтобы сюда подключить тюльпаны, вывести изображение. В общем, вот это дело. Ну, а вот это уже идут маленькие болтики для того, чтобы прикрутить эту камеру, например, под номер. Или же, если она врезная, то в комплекте будет специальная бита, которая поможет вам сделать отверстие именно для такой камеры. Итак, ребят, давайте перейдем к камере. Смотрите, камера идет с вот такими двумя. Скажем, это тюльпаны, красный и желтый. Вот так и вот так это дело все выглядит. И многие путаются и неправильно подключают камеру. Она работает, но, например, постоянно, или же работает, вообще не работает. Бывает такое, что не получается в людей подключить именно, чтобы она работала на заднюю передачу. То есть, как правило, нужно подключать, чтобы при включении задней передачи у вас срабатывала камера. Так, давайте по порядочку, очень быстро, но очень понятно я все вам расскажу. Самое главное, в чем путаются люди, это при подключении проводки и куда ее подключать и как правильно. Вот, есть два конца. Ну, соответственно, вот это большой кабель, и они выходят вот два конца. Абсолютно одинаковые, неважно с какой стороны это все дело будет происходить. Давайте я дальше покажу, чтобы не раскручивалось. Закручу. Смотрите, есть два конца, они абсолютно одинаковы. Этот тюльпан желтый и этот тюльпан желтый. Здесь в каждом из них есть кабель красный, маленький. Ребят, что вот этот кабеля, то есть получается, вот это один кабель идет к задней камере заднего вида, это куда-то назад к бамперу и тут, или к багажнику, там к номеру, а вот этот конец, это желтый тюльпан с красным проводом, идет к магнитоле. Все очень просто, смотрите, вот эта камера, она находится, представьте, что это, допустим, задняя часть автомобиля, она находится здесь. Один кабель мы выводим сюда, и вот в желтый тюльпан мы подключаем, собственно, желтый тюльпан, сложного абсолютно ничего нету. Вот эту часть, ребят, мы подключаем в красный тюльпан, именно возле камеры заднего вида. Здесь небольшой кабель, который делится на черный и красный, соответственно, вот это подключается к заднему фонарю. То есть, неважно, к какому, левому, правому, если вы хотите, чтобы работала от задней передачи камера заднего вида, вот это подключается к задним фонарю. Откручиваете крышку фонаря, красный кабель вы просто одеваете на плюс. То есть, когда вы включаете заднюю передачу, загораются фонари заднего хода, и к нему коннектите вот этот красный кабель, даете плюс. Черный кабель — это масса, вообще неважно где, главное, чтобы была масса хорошо прикручена. Ну, как правило, в болтике возле фонаря есть, и туда включается
принципе, можно его приконнектить. То есть к кузову вашего автомобиля. Только чтобы масса была хорошая. Вот это, то есть у нас получилось к фонарю. Все, вот это красный и черный, это к фонарю заднего хода. Красный на плюс, черный на минус. Все, сложного абсолютно ничего нет. Ну, естественно, вот этот конец мы подключили к камере. Подключили. А вот этот, ребят, кабель, который тоже возле камеры недалеко, он подключается к тому же самому плюсу, что и подключается вот этот кабель. То есть мы, по сути, они, ну, вот, соединены. Вот это вот так. И вот это подключается на плюс. А черный вот этот кабель отделяем и на массу автомобиля. Все, с этим разобрались. Все. Дальше. Дальше, ребят, вот эта часть. Вот эта часть вставляется в выход нашим, в нашей магнитолу. Как правило, это будут надписи come, in и так далее, то есть там будет несколько выходов тюльпанов, это бывает, как правило, сабвуфер, там идет черный, то есть красный и желтый этот самый тюльпан. И будет выход come in. Ну, в общем, сзади на магнитоле есть несколько тюльпанов, вот этот тюльпан можно повставлять у всех подряд, ничего страшного не будет. Главное, чтобы не коротило вот здесь, где масса, плюс не пересекались. Страшного ничего не будет, если вы вставили неправильно, просто не будет изображения на вашей магнитоле, ну или регистраторе. Дальше, вставили вот эту часть, а вот этот кабель, ребят, плюсовой, мы подключаем к плюсу магнитолы. То есть на фишке у нас имеются вот такие вот фишки. В магнитолах, как правило, их две. Вот у меня есть две. Смотрите, одна фишка будет именно такая, с зеленым, белым, серым и фиолетовым, черным кабелем, это выходы на динамики. Она вам не нужна абсолютно. То есть это там передний правый, передний левый, задний левый, задний правый, динамики. Вот эта фишка нашей магнитолы абсолютно не нужна, вы ее вообще отлаживаете в сторону. Есть другая фишка вот такая, которая интересная нам. Здесь будет красный, желтый, синий, черный, белый. И если у вас магнитола поддерживает камеру заднего вида, будут еще розовый, коричневый и так далее. Ребят, это фишка с моей старой магнитолы, здесь розового кабеля нету. Смотрите, то есть вот это желтый и красный всегда уходят на плюс. То есть это просто плюс, вот, ну вот все, это плюс. Дальше черная это масса, и здесь будет еще розовый кабель. То есть если магнитола у вас там, допустим, с выдвижным экраном или просто с экраном, то там будет по-любому розовый кабель. И, то есть, вот этот плюс нам обязательно нужно кинуть на розовый кабель. Многие говорят, что плюс нужно кинуть на плюс. Это ошибка. У меня, я так кидал, ничего не срабатывало. Здесь будет специальный розовый кабель. Розовый, посмотрите, на фишке у вас должен быть. Если есть розовый, вы кидаете вот этот красный на розовый кабель. И вот это подключаете в тюльпан вашей магнитолы. И после чего, соответственно, если вы все правильно подключили, при включении задней передачи у вас автоматически будет срабатывать камера заднего вида, камера будет гореть диодами. И прикол в том, что суть в том, что именно если вы подключили правильно, подключили на розовый кабель, то камера будет срабатывать, даже если автомагнитола у вас выключена. То есть, если она выключена, то при включении задней передачи автоматически камера будет включаться, и, соответственно, вы сможете по изображению выехать, и когда вы заднюю передачу выключаете, она будет у вас выключаться. Это очень удобно. Многие кидают этот кабель на плюс. Вот, и не то есть, ну, вот этот кабель просто подключают к фишке плюсу. Изображения у вас нету, при задней передаче он тоже не срабатывает. Камера как бы работает, потому что плюс она получила, но как-то она не срабатывает, потому что вот именно нужно на розовый кабель, ребят, подключается именно так. Еще раз, сложного ничего абсолютно нету. Давайте еще раз пройдемся. Камеру вставили назад. В камеру входят два тюльпана. То есть один желтый вот отсюда и красное питание. Питание мы подключаем, ну, соответственно, вот эти кабеля мы разделяем. Красный на плюс в нашем ходовом огне, ну, то есть в огне заднего хода. Черный на минус, то есть абсолютно любой минус. Вот этот красненький с тюльпана подключаем к плюсу вот этому. То есть это все вместе, ничего страшного не будет. А вот это вставляется в магнитофон, выход называется come in. И вот этот кабель в фишке нашей магнитолы вставляется в розовый, коннектится провод. И все, подключаем к магнитоле, и все должно работать. Именно так. Только единственный способ вот подключить, чтобы работало правильно. Потому что я пытался и к коричневому, и к зеленому, ко всем практически подключал, ничего не работало. И заработало адекватно только когда я подключил на фишке к розовому кабелю. Кому помог, оценивайте ролик, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на моем YouTube-канале.